Мелфис, мое неистовое почтение. Спасибо большое за донат. Так, ну что, тут, короче, господа, вышел альбомчик из 6 песен группы Ублюдина. Мы смотрели лайвы, мы что-то услышали, еще пытались. Песня называется «Ты хуй». Хорошее начало, мне кажется. Начнем с «Ты хуя». Ну, ебало, кукурузица мощная. Мне кажется, ну тоже, да, типа барабаны сдавленные какой-то слишком. Но вообще звук очень хороший, потому что, смотрите, видишь, на маленькой громкости даже слушаешь, и ты очень разборчиво слышишь вокал, голос, то есть. Барабаны, суператаки с тобой. Я поехавший дурак. Короче, нормально звучит, злобно так, заебись. Ну, бочка прям... Прям, блядь, душит пиздец. Задают вопросы, как решаю я любые конфликты с нихуя. Я тебе открою секрет, у меня простой ответ. Если доебался, черт, ты спокойно в рожу скажи ему: ты хуй, ты хуй, ты хуй, ты хуй. Не знаю, как работает вопрос, но любой габарец падает в габардос. Если это не сработает у тебя, за способ не несу ответа я. Но метод не служит до сих пор, любому тополому я дам отпор. Я тебе открою секрет, у меня простой ответ. Если доебался, черт, мега ласта, то есть это все-таки та была не ласта, а это еще более ласта. Блин, забавный трек, но... Ну типа второй припев уже не так, допустим, работает почему-то. Чего-то, не знаю... Уже надоедает, не хватает разнообразия какого-то жесткого, да. Да, ход такой прям очевидный, но хороший, типа... То есть заебись, наоборот, что вот он туда просится, и вот туда его и сделали. Ну это, бля, да, это зло. Первородное зло. Я в рот ебал все общество, в котором мы живем. Лишь куча долбоебов я вижу день за днем. Зашоренные мнения, убитые мозги. Пустить бы каждому по пуле. Это Панк Панкович. Да, нехуй бы с ним. Моя мечта — лишь ваши окровавленные тела. Ой, ебать. Пустота и страх, скорее ты беги. Приду я за тобой, и ты поймешь меня. Ты все поймешь. Ты скажешь, ебанутый. Звук... Даты на самом деле вот здесь достаточно. Гармонии тут, конечно, прям жесть, просто супер тупые. Самые такие, короче. Просто панк прям тупейший. Ну типа она и прикольная. Ваши окровавленные дела.
треки там нормальные такие насыпаются. Там. Сука, просто скучно мне. Пойду обмяться, похмелья давит в голове. Ну, то есть такие, короче, намеренные элементы панка такие, короче, типичные какие-то, которые, ну, здесь, ну, по сути, как у говнида, есть металли, так здесь то же самое от хардкор-панка, наверное. Типа добавлю, ой-ой, вот эти вот всякие, короче, такие по рофлику, типа, приколы добавлены. Завтра в школу не пойдем! Это корос этого ой-ой, почему-то я вас не знаю, что жить. Ой-ой! Химический удар называется песня. Вообще, что это скорее? Он отдает приказы. Бля. Это что-то очень родственное хардкор-панку, но тяжелее. Я думаю, это типа... Он заставляет замарать меня руки. Типа как будто... Свет ведь не манит свет. По мне давно не плачет дурка. Не удержать рука. Кроссовер трэш, либо... Я подчиняюсь себе гул. Навстречу сатане. Краст-панк, наверное, может даже, кстати. Я в ледяном лесу. Ебанутый панк-метал такой, короче, грубо говоря, если не париться с подробностями. Химический удар. Накрыты мы волной. Вся база. Мне не справиться с собой. Он заставляет замарать меня руки. Свет Каспер другой. Ну вообще да, там обычно жестче долбилово. Ну типа это хардкор-панк, смешанный с элементами металла. Я подчиняю себе гул. Причем такого, ну... Навстречу сатане. Навстречу сатане, блин. Экстремальный металл здесь, короче, присутствует. Там не хэви. Короче, вот это хочу. Сейчас, оставляюсь, ребят, мне надо просто заказать хавчик, меня женщина трясет, чтобы я это сделал. Прям вот это хочу. Я считаю, если лицо кукурузится, значит все уже хорошо. Я в ледяном лесу, по ледяной пучине, по грязи. Металли хардкор? Честно, даже не слышал такое название. Тебе не понять, я мёд внутри, я мёд. Такое название жанра. Хотя, вообще прикольная формулировка. Этот трек такой скучноватый и довольно долгий еще кажется, честно говоря. Ну такой нормальный там для концерта, типа. Ну честно, ну такой, ну, проходничок немножко.
начинаю привыкать потихоньку к этой бочке просто злоебучей. Да. Бочка прям, меня как будто в затылок пинает, блять, просто. Каждый раз. Так. Ты скоро захлебнешься ненавистью к змеям, что каждый день плюют тебе в лицо. День за днем тебя ебут. Обидно. Так хорош уже терпеть. Убей тебя. Он убьет тебя. Осуждаю, блядь. Я ничего не понял по смыслу, но ладно. Ну это такой вот... Он в итоге такой медленный получился, какой-то как... У них очень клево быстрые треки выходят, мне кажется, вот у Блюдины. Скоростные, пиздец, пиздато звучат. А это такой тоже, ну типа, прикольно, но такой прям. После мощного слэма пойти пивка попить чисто попутно. Вот, а потом будет нормальный трек, может быть, снова. Под него снова сломится. Ну только не то, что прям совсем уж скучный, это не скучный итоги по треку, он просто не так разъебывает, короче, жестко, как быстро. Партия здесь вообще прикол просто какой-то на гитаре. Да и барабаны тоже. Ну что-то я уже спать хочу, уже пиздец. Во! Нахуй ты пришел, называется трек. Нахуй ты пришел, без тебя было хорошо. Отойди подальше, сука, нахуй ты пошел. Без тебя бухали пиво и смеялись шуток. Как только появился, ты расправился животом. Нахуй ты пришел, без тебя было хорошо. Да-да, охуительный трек. Сука, нахуй ты пошел. Без тебя бухали пиво и смеялись шуток. Как только появился, ты расправился животом. Нахуй ты пришел, нахуй ты пришел. Нахуй ты пришел, нахуй ты пошел. Нахуй ты пришел, нахуй ты пришел. Нахуй ты пришел. Это заебись прям. Это, бля, это в аудио себе добавляю, охуенно. Вот, блядь, вот, спотыкать, все, вот, вот это зло, блядь. Такое просто. Откуда, сука, вылез? Обратно, блядь, залез. Ты испугал, а нихуя лезет. Появился, блядь. Сука, вот весь альбом таких песен должен быть.
Клип на нее снять, там вот это все. Пиздец, это оргазм Нострадамуса обосрутся. И опять зло пошло. Трек называется «Не пытайся», там не видно на экране. Но это последний, кстати. Но хороший забойный трек. Непривычно подобно мудрецу слово вайб. Ну да, да. Но вайб, ну, блин, это, конечно, очень удобное слово. Оно прям так и манит тебя, потому что... Говорить вот эти вот синонимы такие неточные, настроение или там характер плюс ощущение. Вайб, просто вайб. Наверное, самое близкое — это настроение, но это тоже, блядь, чуть в путаницу вводит. Просто вайб, как будто вот ты прям понимаешь, что это значит. Как будто волны, да, типа, какие исходят. Вот этот топ-1 трек. Вот эти два, мне кажется, самые слабые. Ну, чуть по разным причинам. Вот эти заебись вполне, этот, ну, такой тоже, типа заебись. Ну, короче, он хорош тем, что он бодрый, под него... Вот этот для концерта побеситься тоже заебись. Я про какой-то из этих двух сказал, что он тоже для концерта побеситься. Которые для концерта, это тоже хорошие треки, в принципе. Просто они не запоминаются и не так прям вот, не то чтобы ты хочешь в плеере прям переслушивать и, ну, прям в люто угорать. Но на концерте супер круто было вот такое вот ощущение. И это хорошо, что в треках, по трекам ощущение, что на концертах супер круто под это все тусить. А это будет заманивать на концерты, то есть это очень хорошо. Нестроевичи присутствуют, это уважаемо. Давай еще разок сейчас немножко пройдемся. Что избегай, любой трак. Ну вот, это такой, типа... Ты спокойно врос. Типа... Ай. Прикольный трек вот этот, да, прикольный. Ты хуй! Такой, типа... Мечта, лишь будешь, как всегда, права. Скорее звони, чем дурку. Уйди, девочка, пришел. Тоже хороший прям этот.
Я ебанутый, заложите меня в дурку, типа. Вот, ну просто такой прикольный. Я подчиняю себе ту навстречу сатане. А это просто долговатый, да? То есть он такой, ну... Ни хрен пойми о чем. Здесь... Тоже, он в итоге просто из-за того, что здесь вот эта вот ритмика такая, типа... Поскучнее какая-то. Он, видишь, не так работает. То есть они когда что-то медленно играют, поскучнее становится. Вот, а когда дрочильня пошла... Вот, сразу охуенно. Да, вот это охуенный трек просто. Просто заебись. Заебись, заебись. Спасибо большое за донат. Надеюсь, что какие-то мои комментарии были, не знаю, полезные, интересные. И что дальше будет еще лучше. Спасибо и успехов, и все, и чего, и ничего.